Бокер Тов, доброе утро. У нас сегодня шестой урок по недельной главе Торы Тазриа. И мы посмотрим Гавтару. Гавтара — это отрывок из книги Пророки, которую мы читаем по субботам и праздникам, потому что были времена, когда запрещали учить Тору, сжигали свитки, и наши мудрецы решили в это время читать похожие отрывки из книги Пророки. Вот она так у нас и есть. Называется Гавтара. И вот наша Гавтара рассказывает о городе Шамроне. Город Шамрон в осаде, окружен арамейцами. И продукты фактически закончились. И уже дошло до того, что матери в сумасшествии уже ели своих младенцев. Такого ужаса дошло это, и это доложили царю. Царь был, конечно, полностью расстроен, угнетен, и он говорит, что так эти пророчества, написанные в Торе, что за идолопоклонство будет такое твориться, матери будут есть своих детей, и пророк Элиша, он сказал, что завтра продукты будут в городе продаваться по обычной цене. Вот так. Может, чуть дороже даже, чем обычно, но будет полно продуктов, все будет. А один человек рассмеялся. И Илюша ему сказал, что ты это увидишь, но есть не будешь. И рассказано, что 4 прокаженных находятся у ворот Шамрона. И они говорят, если пойдем в город, умрем с голода. Останемся сидеть, тоже умрем с голода. Давайте пойдем в стан арамейцев. Если они нас убьют, значит убьют. А если суждено остаться нам живых, останемся живых. И они идут в стан арамейцев. А Всевышний навел шум, как будто это топот копыт, и арамейцы подумали, что царь израильский нанял на них царей хитов или Египта, и арамейцы убежали. Пришли эти 4 прокаженных, эти люди смотрят, всего полно продукты, они ели, пили, и сказали друг другу, если мы не сообщим до рассвета о том, что мы здесь увидели, то будет на нас вина. То есть духовный уровень у них большой. Они понимают, что если не нарушат Тору, будет плохо. Они идут в город, сообщают это царю. Царь, естественно, не сразу поверил, что это произошло. Но он посылает своих последних там коней, чтобы проверили, всадники проверили. Действительно так. И действительно, продукты появились, стан разграбили, голод прекратился. То, что сказал пророк Илиша, четко все сработало. А тот человек, в общем, он погибает. Его народ затоптал. В общем, за то, что он смеялся, что не будет такого. И для Всевышнего нет ничего невозможного. И очень важно понять, какой у нас высокий уровень людей, которые даже прокаженные. Вот так. Всем всего самого наилучшего. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Гитл бат Мирьям, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Перв бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Исхак Шимон бен Белла Мотл, Фира бат Анна, Гитл бат Мирьям. За хороший дух Арона Рия бен Твойра, Низ бен Ахум, Авигал бат Сара. Шаббат шалом, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.